Здравствуйте, дорогие любители годных ICO! Сегодня у нас с вами на рассмотрении проект BlockBid. И что же мы сейчас с вами видим, переходя по ссылке на данный сайт? Все ссылки, как обычно, вы найдете в описании, кстати. Итак, мы видим, что собрали 3500 эфира, продано более 1 миллиона BlockBid и... Давайте же рассмотрим, что такое BlockBid. BlockBid – это криптовалютный обмен в Австралии, целью которого является обеспечение надежной торговли большими объемами, позволяя пользователям торговать большинством криптовалют из единого кошелька. Пользователи легко могут обменять все монеты. Итак, здесь мы видим, почему стоит выбирать BlockBid. Обмен осуществляется в соответствии со всеми требованиями, и, как большинство обменов, он стремится предложить самые низкие комиссионные сборы. ICO состоится в... Получается, уже состоялся ICO у данного проекта. Так, уже запущена бета-версия. Мы видим, что... Будут поддерживаться самые распространенные фиатные валюты, 0,1% комиссий, высокая скорость, высокая безопасность, простой доступ ко всем своим криптоактивам, большинство криптовалют поддерживаемых. Итак, здесь мы видим глобальные стратегии. Это партнеры Tomorrow Ads, Webbing Marketing, HTI Advisory, Converta, Attribution Digital, Readmetrics, AudioMath, White Light Digital Marketing. Итак, какие функции? Давайте еще раз с вами рассмотрим. BlockBid будет поддерживать основные денежные валюты для более разнообразных торгов. Также будет способствовать торговле большинству криптомонет. Будет легкий доступ. Платформа создана для поддержки трейдеров с разным опытом, уровнем опыта. Также 95% всех криптоактивов хранятся в автономном многоядерном аппаратном хранилище. Про размер комиссии я уже сказал. Также обмен является одним из первых, который будет застрахован. Скорость до 1 000 000 транзакций в секунду. Это какие-то немыслимые, если честно, скорости. Если они, правда, будут представлять такую серьезную скорость обмена, то, мне кажется, все очень и очень хорошо. Также биржа будет действовать в соответствии с австралийскими руководящими принципами AML и STF. Компании, которые выбраны партнерами, являются наиболее перспективными и инновационными в своих областях. Разработчики знают, что они будут отличными активами в направлении и процессе роста. Также здесь есть какие-то присоединения. Мы присоединяемся к ассоциации, которые стремятся содействовать росту глобального сообщества криптовалютных блокчейн-сети с прозрачностью и честностью. На этом сайт заканчивается, но давайте посмотрим команду. В следующем видео вы увидите команду разработчиков и более подробно мы ее с вами рассмотрим. А на этом все. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.